Всем привет! Вы на канале Pop Music, и сегодня у нас очередной топ-5. И в нем речь пойдет о пятиструнных бас-гитарах до 25 тысяч рублей. И перед тем, как мы начнем, у меня будет главный совет. При выборе бюджетной пятиструнной бас-гитары обязательно обращайте на звучание пятой струны и на ее баланс по отношению к другим струнам. Именно это является, увы, слабым местом недорогих пятиструнных инструментов. Но мы, конечно, позаботились и подобрали 5 инструментов, у которых с этим проблем нет. Итак, поехали. Zombie R&B -5. Бюджетный инструмент, который открывает нашу пятерку. На самом деле, кто бы что ни говорил о фирме Zombie, как бы к ней ни относился, это довольно хороший инструмент. А за цену, ну как бы очень смешную для пятиструнной бас-гитары, это вообще очень ок. Она имеет довольно яркое звучание, она хорошо держит строй, и даже пятая струна вполне хорошо прослушивается, что, согласитесь, для бюджетных инструментов не очень простая задача. И, кстати, корпус инструмента сделан из вяза. Кто-нибудь вообще играл на вязовых инструментах? Если да, обязательно напишите об этом в комментариях. Едем дальше. На четвертом месте, пожалуй, самая-самая доступная пятиструнка – Stag BC-305. Это довольно удобный инструмент с ольховым корпусом, с кленовым грифом на болтах, с модерновым дизайном и, я считаю, за свои деньги, очень неплохим звучанием. Понятно, что уровень инструмента совсем-совсем начальный, но для тех, кто только хочет попробовать 5 струн, я считаю, это очень удачный вариант. Именно поэтому Stag BC-305 заслужил 4-е место в нашем топе. На третьем месте крутейший инструмент а-ля джаз-бас от фирмы Aria. Модель называется 618/5 из серии RSB. Мы с ребятами сняли уже достаточно обзоров басов из этой удачнейшей линейки, и эта бас-гитара имеет просто огненное соотношение цена-качество.
618 стремится к классическому джаз-басовому саунду. Он может звучать как мягко, но также может и пробивать ваш микс. Еще порадовало качество сборки и балансировка инструмента. Достаешь его из коробки, и сразу такое приятное чувство добротного инструмента. Смотришь на цену и вообще радуешься, так что вперед слушать и щупать. Ну а следом за арией идет еще один джаз-бас, но уже от компании Cort. Модель называется GB75. Пожалуй, это самый универсальный инструмент в нашем сегодняшнем топе. За счет того, что на этом инструменте установлен хамбакер в бридже, и благодаря тому, что он может переключаться в режим сингла, на этой бас-гитаре можно накрутить просто космическое количество тембров. Я считаю, что вот такие возможности не просто призваны помогать музыканту в работе, но также и вдохновлять на создание каких-то уникальных, интересных партий. На звуке также положительно сказывается и корпус из болотного ясеня, ну и весить такой инструмент, надо понимать, будет больше. И кстати, на бас-гитаре установлен активный преамп, что делает звучание этой модели более пробивным. Итак, второе место, Cort GB75. Ну а на первом месте нашего топа, как и топа продаж, SGR by Schecter C5. Прежде всего, на нем, как и на четырехструнной версии, нужно рубить и месить. Бас
бас просто создан для тяжелых жанров и в своей весовой категории отлично ложится в металлевые и альтернативные миксы. Несмотря на то, что это пятиструнная бас-гитара, она не очень тяжелая, благодаря корпусу из липы, и с ней можно носиться по сцене, крутить, вертеть вообще как угодно. Хамбакеры Schecter Diamond Plus выдают плотный и уверенный сигнал, который в сочетании с каким-нибудь хорошим дисторшеном знатно утяжелят любую аранжировку и придадут агрессивности вашему миксу. Ну и, конечно, в комплекте удобный фирменный чехол SGR, что, согласитесь, круто. Как всегда, надеюсь, что этот топ был полезен для вас. Так что, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажать на колокольчик. Всем пока! ...в работе, но также они вдохновляют... Извиняюсь. Я считаю, что такие вот возможности признаны не просто помогать музыканту в работе, но также и вдохновлять на создание каких-то... ярких, интересных партий. Давай.